Это дежурная часть в студии Райсат Юсупова с обзором происшествий за неделю. Здравствуйте, смотрите сегодня в выпуске. Один человек погиб и четверо получили травмы в результате ДТП в Унсукульском районе. Бабушки в Кизляре не поделили двор и устроили драку. В результате одну доставили в больницу, другую в полицейский участок. Похитил 8 миллионов рублей при ремонте дороги в Тлеротинском районе. На директора строительной компании возбудили уголовное дело. А был ли крокодил в Каспийском море? По словам пользователей соцсетей, они видели его в Избербаше, в Каспийске и в Карабудахкенском районе. Об этом и не только. Смотрите в программе «Дежурная часть». Один человек погиб и четверо получили травмы в результате ДТП в Унсукульском районе. Все произошло на 9-м километре автодороги Шамиль-Кала-Временный. 20-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», не справился с управлением и совершил наезд на бетонное ограждение. Один из пассажиров в результате аварии скончался на месте. Водитель и трое других пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По факту собран материал для принятия процессуального решения. Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Тарумовском районе. Авария произошла на 7-м километре автодороги Кизляр-Комсомольск-Рассвет-Карабаглы. Житель Кизлярского района, управляя автомобилем ВАЗ, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КАМАЗом. В результате ДТП в больницу были доставлены водитель легковушки и его пассажир, 38-летняя женщина, которая в последующем скончалась от полученных тяжких телесных повреждений. Еще 4 человека пострадали в ДТП в Бабаюртовском районе. Авария произошла на федеральной трассе Астрахань-Махачкала. Об этом сообщает пресс-служба МВД. 21-летний житель Кизлярского района на «Лада Приора» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Нивой», за рулем которой находился 48-летний житель Шамильского района. В результате ДТП 2 водителя и 2 пассажира были госпитализированы. Не оставляйте детей без присмотра. 5-летний ребенок пострадал в результате наезда в Хивском районе. Все произошло 21 апреля на 45-м километре автодороги Мамраш-Ташкапур-Араканский мост в селе Харедж Хивского района. 48-летний житель местный совершил наезд на 5-летнего мальчика, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги. В результате ДТП ребенок с различными телесными повреждениями был доставлен в больницу, сообщает МВД региона. К другим темам. Трагедией закончилась прогулка в одном из торговых центров Махачкалы для 4-летнего ребенка и его родителей. Малышу причинен тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает региональный следком. Серьезные травмы ребенок получил на эскалаторе в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи райотдела по Советскому району Махачкалы проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В Дагестане возбуждено уголовное дело на директора строительной компании, сообщает ФСБ региона. Мужчина обвиняется в хищении бюджетных денег, выделенных на ремонт дорог в Тлеротинском районе. Так, в период с мая 2015 по ноябрь 2016 года мужчина внес заведомо ложные сведения при составлении актов о приемке и справок о стоимости и объемах выполненных работ. В результате он похитил более 8 миллионов рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также причастных к нему лиц. Добавлю, в случае доказательства его вины мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 1 миллиона рублей. Хлопок газа произошел в частном доме в селе Хамавюрт Хасавюртовского района. В результате 3 человека получили ожоги первой и второй степени, в том числе 5-летний ребенок, сообщает следком региона. Пострадавшие с повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Бабушки-соседки не поделили двор и устроили драку, сообщает МВД Дагестана. В итоге одну из участниц потасовки, 62-летнюю жительницу Кизляра, пришлось госпитализировать. Ее соседка, которой в этом году исполнилось 70 лет, была доставлена в отдел. Полицейские выяснили, что обе женщины уже много лет не могут определить границы общего двора, на котором находятся их частные дома. В ходе очередного выяснения отношений одна из них стала оскорбительно выражаться в адрес другой. В результате произошла драка. По факту собран материал для принятия процессуального решения.
Полицейские Махачкалы задержали подозреваемого в серии краж на территории микрорайона Кривая Балка. Им оказался 33-летний местный житель, сообщает МВД региона. Следствие установило, что махачкалинец в поисках наживы и в отсутствии хозяев через окна проникал в частные дома, похищал бытовую технику, электроинструменты и другое, приглянувшееся ему имущество. Общая сумма причиненного ущерба составила более 50 тысяч рублей. По факту собран материал для принятия процессуального решения. Полицейские спасли мужчину, вытащив его из воды. Произошло все на побережье Каспийского моря около села Первомайское. Владелец домика отдыха позвонил в полицию и сообщил, что неизвестный мужчина ведет себя странно. Обнаженный он, разбив стеклянную бутылку, вошел в море и, судя по фразам, которые выкрикивал, хочет утопиться. Незамедлительно на место происшествия выехали полицейские Гусейн Хансуев и Мурат Махмирзаев, сообщает МВД региона. Один из сотрудников бросился в воду и вывел на берег замерзшего мужчину. Его коллега вызвал скорую помощь, которая доставила мужчину в больницу. Руки спасенного были изрезаны осколками стеклянной бутылки, которую он держал в руке. Установлено, что 40-летний житель Каякенского района психически болен и периодически проходит лечение в психоневрологическом диспансере. Заботу о мужчине полицейские передали в руки медиков. Информация о крокодиле в Каспийском море – фейк. В дагестанских пабликах на этой неделе стало стремительно распространяться видео с аллигатором. Причем, по словам пользователей, одни видели его в Избербаше, другие – в Каспийске, третьи – в Карабутахкентском районе. В сети сразу стало появляться множество версий, как рептилия могла попасть в воды Каспия. Позже стало известно, что все довольно банально. Что касается крокодилов, они являются обитателями субтропических, тропических районов нашей планеты. Это у нас Юго-Восточная Азия, это Индия, это южная часть, центральная часть Африки, это южная часть Северной Америки и Латинская Америка. Очередной фейк. Крокодилов не водится. Конечно, конечно, это далеко не водится, это даже нереально такое представить. В итоге выяснилось, кадры нашумевшего видео были сняты предположительно в Австралии, а кто-то из жителей республики распространил запись в местном сегменте соцсетей, решив, видимо, таким образом пошутить, а заодно и набрать подписчиков. МВД по Республике Дагестан предупреждает об участившихся случаях телефонного мошенничества. Мошенники регулярно находятся в поисках новых способов доступа к данным банковских карт обычных граждан. Имея такие данные, злоумышленники могут беспрепятственно распоряжаться чужими денежными средствами. Обычно несложно отличить мошенника от представителя банка, но не в тех случаях, когда звонки или СМС-сообщения поступают с официального номера банка. В Дагестане набирает популярность мошенничество с помощью официального банковского номера. Злоумышленники подделывают номер 900 и при помощи специального приложения посредством подмены цифр в номере. Например, мошенник связывается с держателем банковской карты при помощи звонка или СМС-сообщения с номера 900 и требует следовать его инструкциям. С его слов, аккаунт гражданина взломан и указаны необходимые действия для его защиты. На первый взгляд сложно найти отличие, но если внимательно присмотреться, то можно заметить, некоторые цифры в номере 900 заменены буквами или в номер добавлены дополнительные символы. Чтобы обезопасить себя и не стать жертвой злоумышленников, МВД по Республике Дагестан рекомендует: не сообщайте никому номер, указанный на задней стороне банковской карты. Не посещайте подозрительные сайты и не переходите по ссылкам, где требуют ввести данные вашей карты. Не распространяйте и личные данные, и конфиденциальные данные карты в виде секретных кодов, кодовых слов и одноразовых паролей. Если возникли вопросы, звоните в банк сами. Мошенники ничего не смогут сделать, если вы сами не сообщите им необходимые сведения. Даже если звонок поступает с номера банка, стоит быть осторожным и не раскрывать всю информацию. Если же вы подозреваете, что стали жертвой мошенника, нужно незамедлительно позвонить в банк, чтобы заблокировать последние действия и тут же обратиться в ближайший отдел полиции. И таков обзор происшествий за неделю. Берегите себя и смотрите РГВК «Дагестан».